Коломенский завод является крупнейшим в России производителем среднеоборотных двигателей. Предприятие выпускает пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока, проводит ремонт выпущенных локомотивов. Начиная с 2018 года, «Трансмаш Холдинг» реализует на предприятии масштабную программу реконструкции и технического перевооружения. В общей сложности до 2022 года в развитие завода инвестировано более 12 миллиардов рублей. Внедрено 200 единиц высокотехнологичного оборудования. Модернизация нацелена на увеличение мощностей выпуска и ремонта двигателей и локомотивов. В период обновления создан цех топливных систем, необходимых как для собственного производства, так и для коммерческого рынка. Дизелестроительной школе Коломенского завода 120 лет. На предприятии были созданы десятки передовых конструкций двигателей. В 2018 году создан инжиниринговый центр двигателестроения. В нем работают более 200 высококвалифицированных инженеров-конструкторов. В создание центра инвестировано 318 миллионов рублей. В машиносборочном цехе создана поточная линия сборки двигателей. Она позволяет минимизировать время сборки. Создан единый центр компетенций по созданию блоков цилиндров для двигателей. Производственная мощность завода по этому направлению возросла втрое. С целью развития этого направления в состав ТМХ вошел стратегический поставщик ключевых комплектующих – литейный завод «Петрозаводск-МАШ». Производится модернизация предприятия. Создан новый центр испытаний дизельных двигателей. Он позволит увеличить мощности Коломенского завода, повысить уровень технического контроля работы двигателей. На производстве налажен выпуск современных ключевых компонентов двигателей взамен импорта. Коломенский завод – уникальный российский двигателестроительный центр. Он позволяет обеспечить технологический суверенитет России в производстве среднеоборотных двигателей и конкурентоспособность российского двигателестроения. Двигатели Коломенского завода широко используются в конструкции магистральных тепловозов, которые эксплуатируют российские железные дороги, железнодорожные администрации других стран, промышленные предприятия и частные операторы. Коломенские двигатели широко используются в конструкции надводных и подводных кораблей российского флота. ТМХ плотно сотрудничает с Объединенной судостроительной корпорацией. Двигатели Коломенского завода используются в составе резервных дизель-генераторных установок атомных электростанций. ТМХ заключил соглашение о сотрудничестве с Росатомом. Коломенский завод создает объекты малой энергетики, которые используются в качестве источников энергии для удаленных инфраструктурных объектов и небольших поселений. В 2022 году на Коломенском заводе создан новый двигатель для БелАЗов, которые широко представлены в парках российских добывающих компаний. Инвестиционная программа Коломенского завода реализуется в соответствии с утвержденным графиком. Модернизация предприятия позволяет надежно обеспечить технологический суверенитет России в сфере двигателестроения и выпускать продукцию в соответствии с высокими современными требованиями. До 2027 года планируется вложить в завод 26 миллиардов рублей.